Погасив свечи, произошло все за ужином, за столом. Мы с тобой говорили о нас, но потом опять нелепая ссора. И началось вдруг ревнивая сцена из одной из моих подруг. Включила автоответчик, а там сообщение. Тамик, позвони, когда будет время. Ты говоришь, хочу с тобой создать семью, подарить сына, ведь я тебя люблю. А я ответил, постой, мне же еще рано. Нужно подняться на ноги, ведь ты же знаешь, что Милана. Я был предельно ясен и почему-то злой. Обиделась, ушла, помахала мне рукой. Я вслед тебе кричал, постой, но было уже слишком поздно. Хочу с тобой. СМС, не звонка, а тебя. Наверное, гордость заставляет молчать тебя. Набрав твой номер, жду ответа. Твой голос фона в темноте, луч света. Но твои первые слова. Зачем ты позвонил? Хочу тебя вернуть, хоть я и не настолько мил. Хочу с тобой.